Что означает то, что написано «посторонние, чужие мысли» мы поставляем выше знания и в святости? Как делать это? Что означает? Самое хорошее, ахитовши, они царих ласот. Самое хорошее, что я могу сделать, это то, что я слышу, чувствую и вижу те препятствия, которые возникают передо мной, препятствия в разуме, препятствия в сердце, и я принимаю эти вещи вместе с тем, что я продолжаю дальше. И тогда эти препятствия становятся авиютом, ступени, на которую я должен подняться. Так это. И так мы поднимаемся больше и больше по ступеням. Это то, что у нас с нами происходит.